Здравствуйте! Мы продолжаем наш рассказ в рамках проекта «Подвиг милосердия». Меня по-прежнему зовут Авдеев Алексей Сергеевич, и мы сегодня поговорим о врачах, которые работали в госпиталях во время Великой Отечественной войны. На нашей выставке в Музее железнодорожного района представлена экспозиция, посвященная Еликониде Головиной. Простой военный врач, которая закончила медицинский институт в 1944 году и была направлена на фронт. Ее боевой путь начался уже не в Советском Союзе, а уже на европейской территории, и победу она встретила в Германии. Но на ее долю тоже пришлось много тяжелых испытаний. Обратите внимание на этот медицинский халат. По виду это обычный медицинский халат, который не отличается от тысяч других халатов, но он с ними схож только покроем, а сделан он из парашютной ткани. Если кто-то когда-то прыгал с парашютом, то он знает, насколько плотный и насколько не пропускает воздух этот самый парашютный шелк, из которого шились купола парашютов. Мы заканчиваем наш рассказ о военных медиках. И пусть они не держали в руках автоматы, но благодаря им множество наших солдат, тысячи бойцов вернулись в строй. И 9 мая 1945 года, может быть, и благодаря им случилась эта великая победа. И недаром наш проект называется «Подвиг милосердия», что действительно этим самым повествованием мы показываем, что не только оружием, но и своим делом, а когда-то и добрым словом, мы можем приблизить победу и победить. С вами был Авдеев Алексей Сергеевич. До свидания.